Всем привет, с вами Мегакул Реактус. Всем привет. Мы играем в FIFA 14, да? Точно? Да, Ultimate Team. Это такой проходной начальный выпуск, который, как бы... Ну, если вы... Если вам понравится, просто ставьте лайки, если хотите видеть, как у меня нагибает... Арктези, да. Ну, тогда мы будем... Там, не знаю, пару раз в неделю выпускать такую. Чё, поехали? Тихо. Выключай свой экстра скилл финтов. Ох, не, не пройдём. Ой, надо, главное сейчас опять не заполучить. Блин. Понял, ничего, не. Так. Хоп. Чё ты бегаешь? Всё равно пахнет горячим. Я бегаю, я с этим мой подарок не дам. Ой-ой-ой, как я не знаю. Болельщики, лови. Вот в Пату все хорошо, но вот как-то. Как-то не все. Я бы ему улучшил. Ты что ломаешь мою? Я их не ломаю, они ломаются. Ни хрена, вот это сейчас нормально было, да? То есть... Да. А что так, ну, блин. Вот так вот уже. Да. Почему не сработал? Ой-ой-ой, гопота! Вот нейм. Чего нейм было-то? Давай, да, красную давай. На! Давай, не, покажи мне повтор, давай. Давай, чё-то сломал? И что? Ой-ой-ой. Взял самого Неймара, отлично. Вот в гол. Ну, блин. Пат, не беги. Ладно. Ой, полегче! Твою мать! Ты понимаешь, что он... Понимаешь, что он даже не задумывался о том, что там, ну, там, ловить меня. А зачем прыгать? Реакции никакой совершенно. Блин, а что? Да ёб ты, дикий ты вообще человек. Дворник. А чё защитник тут делает, скажи, пожалуйста? А он уже атакующий. Он как Марсело и Алвиш. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что он атакующий. Один, такой. Твою мать. Защитник. Аладдин, а не защитник. Да чё ты? Да чё ты делаешь? Скилл зашкаливает. Слушай, он просто вырывается из его внутренности. Ой. Что пошло? Ой. Ну вот я давно это нажал, чтобы он это сделал. А зачем нам хорошо выполнять радугу? Зачем? Это что было? Это был перехват. Это же тупость. Ну, конечно. Я что, дал? Нет. Тебя сейчас Халк карает. Уже, он меня уже карал, когда мы только начинали с ним играть. Причем каждый раз, каждую секунду. С центра поля. Ай-яй-яй-яй, я не... На! Приборщил. Иди сюда. Сюда иди. Да тут... Пото. Сюда иди. Да что? Смотри, как я умею. Иди сюда. Ну, даже не забил. Дворник. Ой. Да блин! Смотри, как я... Дворник. Что я, что ты? Смотри, как я умею. Бей! Дворник. О, тут гол. Но... Смотри, как я умею. Карлик. О, Халк. Ой, Неймар. Лучше у Халка было бы.
Да куп, что это было? Там вообще... Нет! Вроде так убого выглядит, а... Прикольно. Да ворон, нет. Шо ты? Сам... Я опять не угадал. А ты пенальти угадывай, как бог. Ну, блядь, тут я не поспорю. Вот что ты так сильно дал? Потому что я даю! Да! Че, как так-то не забросик? Вот что ты таки... Вот пихает! Пихает там, хватает за... Рвет футболки, форму мне, это, там, мнет. Мне... Думаешь, потом прикольно будет моему помощнику, который все стирает? И чистит, и зашивает, там, портной весь язык. Как это, как у Фрика. Ладно, не буду говорить. Сегодня удар по воротам будет? Да. Да стой! Вот чё я такие дылды быстрые? Опять поломка, вот посмотри на него, а? Ты чё, какой поломка? Я тебе сейчас устрою поломку тут. Хук, флаг, швак, токсин, углерод. Да ты, да, блин, нет! Пожалуйста, судейка, я тебя прошу. Я тебя прошу. Мразь. Вот чё он на меня упал? Он меня поцарапал. Так, ладно, без фака можно, у меня там замена есть где-то в подгруднике. Да. Офсайд. Да ты чё, не врёшь? Расскажешь поподробней? Подробней? Нет! А это к чему было? А это к чему было? А это к чему? Да, я с мячом был. Туша. За что? Да. Нет. Да блин. Конец тайма. Ой, я так обломалась. Меня это не идет. Ну что, погнали, да-да-да. Смотри, моя. Бах. Я тебя сдвину. Ну все, че? До свидания. Ну, не. Как всегда, по второму тайме. Лохот, по-моему. Да. Да чё это было такое вообще? Я не понимаю, мяч это брать очень сложно, да? Ну то есть оп-оп. Я смотрю, ты такой профан, да? Да. Слушай, вообще, каждый день... Да, ну что такое? Каждый день всяких там нагибаем. Да ты чё ты? Беги! Удар! Вот это удар. Не стой. Бернард. Хоп. Да. Чего ты такой быстрый? Роника, беги. Ой. Ба. Ой. Да что же... Чё ты в сторону-то не уходишь? Почему это когда ты так делаешь, ничего не делаешь? А меня карают.
О, да. Да, ну как он достал? Об тебя было. Об твоего... Да ты... Нет. Это Неймар, это твой мать Все. Да. Да, чё ты ломаешь? Я не ломал, это бот. Чё ты с ботом играешь, знаешь? Качественно прям, вот просто гениально. Как ты мог мяч потерять во время прыжка? Он как мешок с говном, смотри. Смотри, просто лицом в землю. Смотри. Оп! Какой удар, а? Ой. Я думал, сейчас его добьет, блин. У кого-то нападающие дворники. Ты же понимаешь, что я не играю с тобой не в полную силу? Ты всегда играешь со мной не в полную силу. Если бы ты играл со мной в полную силу, обычно наши матчи заканчиваются где-то примерно 10 минут, наверное. Ну так я тебе иногда еще даю забивать. Вот так вот, например. Нет. Да и сейчас не забью. Всё, ну, пинайте, а! Вот чё вот это сейчас за принятие? Кому вот это было? Мне. Нет, это был Мариан. Ты имеешь против? Это вот так удар. Я хочу этого Аладдина к себе. Ну, положи... Чё? Доп. Я слышу шаги. Лол. Какие шаги? Ну, Марич, бей. Забивай, Неймар. Нет! Нет! Пошел нахер! Чем он там принял? Какой частью тела? Да ну как ты достал? Хера ты охрен... Чё он упал? Чтоб ты спросил? Чё ты меня гонишь? Как стадо тебя надо гнать просто, гнать! Да ну, чё он такой медленный, чё у тебя дриблинг, как у моей бабушки? Потому что он твоя баба. Бля, тайна раскрыта. Он твоя бабушка. Бам! Это шпагат. Да ну, чё ты творишь, Ара? Иди сюда. Один... Дай пас. Один прогиб, и ты погиб. Один погиб, и ты прогиб. Да. Да! Чё творишь? Ну, дынялыш, а? Ну ты вот... Олень, сказочный. Ты знаешь, как ГИБДД? Стоп. Палочкой. Не совсем палочкой. Ну что ты сделал? Ну кто тебе это просил делать? Ты, твой джойстик. Твоя клавиатура. Угу. Губоту. Я убил меня. Не убил. А чё вы... Ну-ка. Чё ты меня ломаешь? Да хрена себе! Тебе свистнули, меня это... Мне дали, охренеть. Как ты вытащил?
Твою мать, это 90 минут. Давай, посмотри. Я не ожидал. Давай, да, я сделаю как всегда. Нет. И так всегда. Так всегда был. Держите двери! Победа была так близка, да? Да так всегда! Я забиваю на последней минуте, и он должен вытащить, и я всираю вот это вот, то, что сейчас будет. Этот пол... Ну вот серьезно, он напихал меня! Что там блюешь? Что там блюешь, Лика? Опять? Смотри, как... Что же? Херва ты там вообще. Ну беги, ну вот. Тормознутые макаки, одетые в одежду доктора. Аладдин. Я извиняюсь. Ой. Зака верит. Меня переключают, такие не нужны. Не... Да как так-то? Такие, в такое время вообще не вовременно я вот. Я не знаю то, что он не хочет тормозить. Я вот, вот знаешь, вот я сижу такой, вот я не виноват. А что ты не постоял там с ним? Не поразвлекался с ним? Зачем? Чтобы было как всегда. Лицо. Господи, кто ж тебя породил-то? О, Халк. А, чё так слабо пробил? Правая нога, левая рука, правый глаз, левое ухо, правая нога. Нет, это асфальт. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Ну это асфальт, не клади меня. Ты маленький, блин. Примите, кто... Ну чё ты не убил его? Получил бы красный, но мяч был бы наш. Мы бы захватили трон. А, это не Дота, да? Бывает. Да как ты... Потому что я помню, как ты это делаешь. Петух. Петух у тебя там бежал. Конечно, я не очень отношусь к Барселоне, но пока петух у тебя в штанах. Смотрите на меня. Ага. А еще что? Я тоже смотрю. Ты хочешь посмотреть, что я еще у меня, или? Еще на мяч, да? Красная. Блин. У тебя все негры. Все шоколадки. Которые берут печеньки. На. Нет, почему у меня на ворот хаваешь? Он сюда не... иди. У меня не грой, одна отморозок. Иди сюда. Сюда. Ну, поломка и, короче, ключик, и... Да не... Короче, все, надо... Дабл. Знаешь, что надо делать? Решать, я не хочу. Я не хочу до пенальти доводить. Я ливну под конец, что красный карточка. Я 7 раз нарушил правила. 7! Скотин. Эй, мяч! Не-не-не! Хер там плавал. Вы что это за кривот? А, я думал, судья, это мой. Боже мой. А что ты вот дальше не побежал, а? Я думал, дальше побежал. Ну что ты вот...
Ой-ой-ой. Обратно просто в жопу вратарю Аладдину. Асфальто. Эль-о-сва-ль-т. Нет! Сука. Как они это тащат? Как они это тащат? Как они это тащат? Он. Я не... Как он... Привет. О, нет! Обратно, обратно! Иди сюда! Сюда! Конечно, это Густаво бежит, что еще... Что еще может быть страшнее? Густаво в нападении. О, господи. Не дай бог вам страшно с ней это увидеть. Блин, у меня локоть упал, я случайно нажал на кнопку. Эй, нет! Я подкат хотел сделать! М? Я хотел подкат сделать, а нет. Нет, я не волнуюсь. Нет, извращение. Да. Ну все. Ну это вот всегда так происходит. Понимаете, нет. Это всегда. Напоследок лунный поход. Заметь, я забил на последний. Ну это всегда. Его матча, а потом опять на последней минуте экстра тайм. Я тебе даю минуту, чтобы отыграться. Да не отыграться. Ну вот ты мне даже не дашь пройти, ну, потому что это невозможно это было. Ну и нубяра выбил. Кто-то забыл ливну. Да, смысл. Все, всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки. Мы будем делать еще такого говна. Вот. Я лучший игрок матча. Да пошел.